Мы попали в какую-то пещеру рядом с пляжем, называется Малагор. Очень древняя пещера. Рядом расположен буддийский храм. Монахи внимательно проводили нас в этом направлении. Ну что, пойдем посмотрим, что там внизу. Что там? А, даже Будда. Обратил внимание, что у тайцев прям традиционно, если есть какая-то пещера, то рядом обязательно будет и храм. Освещения нет. По крайней мере сейчас. Но есть очень хорошо сделанные ступеньки. Ну и сталактиты с сталагмитами.